Сегодня 27 сентября 2016 года, и сегодня в блогосфере наибольший резонанс вызвало обсуждение очередного заявления министра образования Ольги Васильевой. Васильева потребовала освободить учителей от бюрократической нагрузки. Учителей освободят от излишней бюрократической нагрузки в виде заполнения многочисленных бумаг и отчетов. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева. Васильева на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложила вернуть в школы Российской Федерации работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений школьниками, пишет РИА Новости. «Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть прежде всего ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет, сказала Васильева. События, которые происходят в сфере образования после назначения нового министра, они, я бы сказал, повернули общий вектор развития этой части общества на 180 градусов. Давайте загибать пальцы. Во-первых, что означает заявление относительно труда, уборки и так далее? Это означает, что мы перестаем воспитывать бездельников. Основная проблема нашего с вами воспитания заключается в том, что в возрасте от 10 до 17 лет наши дети не занимаются никаким трудом. Вместе с гаджетами, вместе с интернетом, вместе с играми. Это и создает законченный психотип бездельника, который к 20 годам должен приступить к деятельной взрослой жизни, а он не может, потому что у него нет банального опыта. И в этом смысле это заявление министра, оно на самом деле очень важно. Кроме того, обсуждается заявление министра относительно того, что учительский труд не является услугой. Я буду очень жестко карать за слово «услуга». Это не услуга, это государствообразующая функция, самая важная, самая ценная в обществе, даже несмотря на то, что вроде бы учителя не генерируют прибавочную стоимость. Вот заявления, которые Васильева сделала после своего назначения, их не так много, но они четко задают вектор ожиданий родительского и учительского корпуса относительно того, каким должно быть образование в России. Это очень хорошо. Мы с вами видим, что буквально за 2 неполных месяца в стране происходят изменения в информационном поле статуса учителя. И изменение, меняется позиция статуса ученика. То есть, когда учитель оказывает услугу, а родители с учеником эту услугу как бы получают и оплачивают, то это совершенно неправильное отношение к учителю, к государствообразующей роли учителя. А если учитель становится человеком, который создает будущее страны, и при этом, что самое интересное, Васильева сделала заявление относительно того, что учитель будет разгружен от ненужной бюрократической нагрузки. То есть количество документов, которые учитель должен заполнять, уменьшается до 3. Программа, журнал, дневник. Все остальное будет проходить мимо учителя. Это на самом деле тоже очень хорошо, потому что учитель должен заниматься обучением и воспитанием. Таким образом, хочу подвести небольшой итог. В блогосфере создается образ того, что наша система народного образования поворачивается в сторону советской традиции. Здесь есть одна обманочка. Безусловно, советское образование лучше современного, это факт. Это связано с учебниками, это связано с методиками, это связано с технологическим укладом, который требует умения оперировать большими потоками информации, тогда были меньше. Однако эта обманочка заключается в том, что мы можем питать чрезмерный оптимизм по поводу советской системы. Не будем забывать, что поражение 91 года в холодной войне во многом вызвано недостатками советской системы образования, инфантилизацией народа, который был не приспособлен к жизни в жестких условиях,
рыночных условиях. Это как бы в советском строе было и немыслимое, но тем не менее, когда ситуация изменилась, это потребовало колоссального напряжения всех людей, живущих в этой стране. Нам нужно воспитывать максимально дееспособных и максимально адаптирующихся к условиям жизни детей, которые многое умеют, многое знают и могут генерировать творческие креативные решения. Заявление Васильева о том, что мы растим не потребителя, а человека, тоже стоит дорогого. Я хочу вас всех поздравить с тем, что без революции, без митингов, без социального напряжения такие процессы в системе образования начали происходить. Это на самом деле очень хорошо. Наша с вами задача – поддерживать этот процесс информационно и озвучивать те пункты повестки дня, которые еще сегодня не озвучены.